ходе рабочего визита премьер-министр Михаил Мишустин посетил Нижегородский государственный художественный музей, который располагается в доме губернатора в Кремле. Дом губернатора – памятник архитектуры и градостроительства федерального значения, построенного в середине 19 века. В музее представлена постоянная экспозиция русского искусства 14-го – начала 20-х веков, древнерусские иконы, произведения русских художников 17-го – начала 20 века. Среди них картины Роктова, Репина, Саврасова, Малевича и многих других. Председатель правительства осмотрел выставку «Великие коллекции нижегородцам. Русская классика» и постоянную экспозицию, а также побеседовал с сотрудниками музея. Вместе с премьер-министром художественный музей посетили генеральный директор Нижегородского государственного художественного музея Роман Жукарин, полномоченный представитель президента Российской Федерации ПФО Игорь Комаров, министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Проект «Пушкинская карта» – это идея президента. Причем сама идея была в том, чтобы для молодежи, для ребят со всей страны экстерриториально сделать допуск до таких мест, как ваши. Ведь многие хотят посетить. Транспортный вопрос – да, но тут в этом смысле нужно работать с регионами. Вот мы с «Единой Россией» это много раз обсуждали. Обязательно мы будем с регионами работать, чтобы транспортно доступно обеспечить. Но сам проект в этом смысле даст возможность ребятам точно, абсолютно посещать. И конкурс будет, или соревнование честное. Кто заинтересует детей больше? Болдина? Ну, я уверен, если нормально все сделать, а вы с такими горящими глазами об этом рассказываете, то вы точно сможете привлечь самое большое количество.